Надо же людям помогать, вдруг и у нас обрушится, и мы поехали туда. Я, но нам не мешая, пускай едет на здоровье. Ну, может, тут погода виновата, что это дождь так лил. У нас вчера и парники позносило вон стихией. Мы хоть людей поглядим, а тут три человеки некие вот живут, да и все. А так уедет в машине на здоровье. Пользовались им все время, а потом только сейчас показали, что он, оказывается, непригоден для грузового транспорта. Так зачем тогда эта трасса стоит? Ну, ремонтировали, что они не знали, что ли? Ну, а сейчас там объезд. А до асфальта едешь, поворот на Забашевичи, там вообще не проехать. Сидишь здесь и все. Сидим в замкнутом круге. Мы только проехали туда, в город. В город поехали. Нам позвонили. Мы думали, мы шутят, что ли, елки-палки. Оказывается, нет. А обратно мы объезжали. Там едешь минут 30, полчаса едешь. Это 5 километров. И еще плати за дороги. За какие дороги платили? Вот надо в город съездить. Жене за лекарства, у нее сахар и все. Как съездить? Можно ехать, но ты же машину разбиваешь. Автобусы? Автобус, да. Автобус... Не ходят, автобус сюда не заходит. Если бы автобус хоть шел с Черневич и доходил сюда, люди бы с Белина подсюда ехали, Семенькович ехали, завернулся назад. А так сейчас надо людям добираться до Черневича, до поворота на Забашевича. Ну. И дети в школу просят привези. Ну, это мне круг дела 25 километров. Туда, к мосту, и назад, чтобы детей их провести. А лесовозы день и ночь ездят, особенно ночью. А ночью по две фуры по такой скорости несутся по этой дороге. По этой дороге ездить страшно, понимаете? Я уже, насколько ГАЭТ ношусь, да, вот сюда надо поставить. Они несутся и друг друга обгоняют. Фуры на такой дороге несутся, друг друга обгоняют. Поэтому наш народ такой. Поэтому он достоин того, что имеет. Вот и все. И нечего тут... Все имеем то, что достойны, бля.